В испанском регионе Каталония бушуют лесные пожары. Как сообщают местные СМИ, в городе Жирона жертвами стихии стало по меньшей мере 4 человека. Мужчина и его 15-летняя дочь погибли, спрыгнув с крутого обрыва, спасаясь от огня. Один человек умер в результате сердечного приступа. Еще один пожилой мужчина скончался от ожогов. Кроме этого, сообщается, что 24 человека получили ранения и ожоги. Локализовать огонь пока не удается. Регион находится на северо-востоке страны, на границе с Францией и Андоррой. Он знаменит своими белоснежными пляжами, такими как Коста-Брава, а также популярными местами отдыха и развлечений. Огнем охвачено не менее 13 тысяч гектаров леса. 9 тысяч уже были выжжены. Ночью пожары заблокировали около 80 километров дорог, ведущих на популярный курорт. Однако к утру понедельника большинство из них были открыты. Около 1400 местных жителей провели ночь в эвакуационных центрах. Сильные ветры продолжают распространять огонь на еще большие территории. На данный момент пожары подбираются к соседнему городу Фигерас.